По-моему, вот он раньше быстрее атаковал. Ну, немножко пофиксили, ребята, а что делать? Слушай, надо защищаться или что-то делать, потому что Супермен что-то дамажит неистово. Ух ты ж, на тебе, да, реально. Давай меняй, стреляй, суператаку применяй. Ох, отлично, хоть да ладно, давай, да что-то, смотри, Хелсов на донышке. И, так, ну-ка. Ну, здесь будет тяжело победить, давай, на самом давай, стреляй. Деле. Нормально, 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 да ладно. У-у-у, ребята, команда Дисон. Вот если хочешь первым смотреть наше видео, подпишись на канал. Нажми на колокольчик, поставь галочку, сохрани и будь первым. Всем привет, дорогие друзья, с вами канал Detol, и мы сегодня играем в Injustice 2. Да, ребята, наконец-то игра вышла на русском языке спустя сколько прям месяцев. Да, и реально, мы уже играли в нее, начинали, когда она была не полностью, неполноценная. Я думаю, многие уже смотрели даже эту заставочку, мы-то уж точно. Посмотрите пока остальные. Да, ребята, посмотрите, кто не видел, очень крутая заставка, это был тизер к игре. Да. И что мы можем сказать? Первые были вот ожидания от игры не очень, да? Потому что ну, да. Чего-то не хватало прям. Да, ребята, это была бета-версия. Мы скачали ее, если я не ошибаюсь, с филиппинского, да, аккаунта. Или новозеландского какого-то аккаунта в App Store. Да. И немножко поиграли, посмотрели, тогда телефон нагревался просто как настоящий утюг. Да, ребят, вы можете посмотреть на нашем канале, в плейлисты зайдите, там все видео есть по Injustice 2, по тому, как мы начинали играть, как мы проходили. А здесь у нас, смотри, какие события-то разворачиваются. У нас Бэтмен против Супермена, что ли? Ну да, здесь идет прям конкретный замес, а. Да, противостояние, ребят. Смотри, кого-то убили, по всей видимости. Ну, то есть, это есть какая-то прям предыстория, да? И у нее ребенок еще, ух ты, да, ж на тебе. Ты смотри, какая развязочка-то, а. Ага. И он решил мстить, по всей видимости. Это точно, смотри, он рукой просто насквозь проткнул. Сделал бруталити. Да, ребята. Я надеюсь, что будет очень много новых героев, новых крутых и... Да, куча испытаний. Кланы будут какие-нибудь, да? Да, и игра будет наконец-таки доработанная, ребята, без всяких глюков, с нормальным звуком, потому что со звуком была беда. Да. Реально, то есть, ну как бы реально были проблемы серьезные в бета-версии, поэтому мы особо в нее много так и не играли. Да, ребятки, ну, если соберем очень много лайков на этой игре, обязательно будем в нее часто играть, ребята. Вы знаете, да? Чем больше лайков, тем мы больше играем. Давайте хотя бы попробуем на этом видео собрать там 1000 или 1500 лайков. Мне кажется, это посильно вам. И тогда мы будем на постоянной основе проходить и конечно, если познавать. Вам, если вам интересно. Ребята, мы играем во все то, что вам интересно. Исключительно. Так, запуск игры и что-то прям все очень долго. Тебе не ну, кажется? Давай посмотрим, конечно же. Мы первый раз запускаем. Наверняка что-то грузится. Смотри, игровой центр. Играть в качестве гостя играть пока в качестве что. Гостя пока что. Я думаю, потом нам предложат синхронизироваться как-нибудь. Да, было бы неплохо, чтобы Facebook какой-нибудь был. О, да. Слушай, а у нас прохождение все-то и остались. Да ладно. Да, ты представляешь, не получилось заново начать игру, ребятки. А, да ладно, слушайте, представляете, действительно нам все сохранилось. И, да, даже все наши деньги, даже у нас второй уровень и наше все здесь есть, теперь все только на русском. Да, о, изменился, кстати говоря, магазинчик, да, стал другой. Да, магазинчик по-другому стал, смотри, сундук можем сразу открыть для ребят показать. Да, давайте откроем. Основной фри сундук, смотри, класс какой. Прикольно. Так, получить 10 один можно за 40 тысяч получить, ребята, вот это да. Огонь, огонь. Так, опа. Что нам выпадет? X-спишка. X-спишка. И купить снова все? За одна X-спишка? Ну, окей, окей, ладно. Что-то как-то и смотри, за 4 тысячи можно еще сундучочек покупать. Да нет, ты что, какой? Но нам это не нужно. Апгрейдить персонажи там и так далее. Слушай, давай перейдем сразу к персонажам, посмотрим, что там интересного у нас есть. Так, персонажи, где у нас тут персонажи-то теперь? Где у нас персонажи теперь в составе? Есть сюжет, но все равно, смотри, лиги заблокированы, испытания заблокированы, ресурсные здания тоже заблокированы. Ну, они, конечно, решили, ребята, покупайте кристаллы, и все будет у вас счастье. Да, это точно, ребята. А почему заблокировано-то? Ничего не пишут. Так, давай задание хотя бы получим, бесплатные самоцветы. О, 30 штучек аж, ребята, достижения да, у нас достижения есть какие-то даже, какие-то ну-ка. Есть. Победите пугало, да, действительно, мы его побеждали. Это неудивительно. Да, ребята, это было давно, но, тем не менее, что, приятно, и битва да? на арене, смотри. А, да, арена, кстати, они тоже тогда появилась, было какое-то обновление. Да, вот, почтовый смотри. Ящик. Почтовый Catwoman ящик. Catwoman бонус, прикинь, нам достается. Да спасибо ладно. За то, что
присоединились к нам, и вот вам, пожалуйста, еще на английском, кстати говоря, да? Да. Еще на английском висит, ребята, видите, вся игра русифицированная. Смотри, у нас есть главное. И что там горит, да? Да, что-то в составе у нас горит. Вот состав, вот наш состав, кстати говоря. Вы только посмотрите, сколько героев ждет вашего внимания. Вот оно что. Чтобы открыть их всех, зарабатывайте осколки героев в боях или покупайте их в магазине. Прикольно, прикольно, прикольно. Так, ну что же у нас здесь по героям-то? Что-нибудь изменилось? Наконец-то. Смотри, можно у нас сортировать их, да, как-то. Да, можно рассортировать. Слушай, наконец-то у нас здесь русский язык, наконец-то все видно, можно почитать о каждом, да? Да. Это очень удобно, ребята. И самое главное, что вы можете спокойненько скачать и играть вместе с нами. Это самое основное. Самое главное, что, помнишь, мы же собрали тогда полностью для нее костюмчик еще вот такой вот интересный. А, слушай, ну-ка, штанцы-то... Мы что-то не... они горят, да, или что с ними? Да, что-то Харли Квинн поножи. 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 Почему они не это не применены? Ваш косо должно как раз хватить на нового героя. Попробуйте открыть нового героя. Ничего себе. То есть нам тоже. А, смотри, ну вот они у нас есть. Ну так все верно, да, у нас все есть, у нас полностью. Полностью, весь, да, полностью. Весь костюм наш собран. Отлично, ребята, да, у нас костюмчик у Харви, мы ее грейдили неплохо, да? Да, мы еще, смотри, можем применить капсулу опыта. Вот ничего вот себе. Вот. Смотри, капсула техно, ловкость, техно. Интересно, ребята, интересно. Она у нас ловкость, да, получается? Ну вот как раз для ловкости давай. Ну да, ножка, ножка. Видишь, да? Она ножка, и там ножка. И давай, да, для ловкости капсулу применим. Посмотрим. И у нас практически 10-й левел будет, да? А если еще две капсулы, то. А, слушай, ну они мало дают. Давай, может быть, оставим их для каких-то. Да, может, еще для Бэтмена там. Так, а женщину-кошку мы открыли. Разблокировать, смотрите. Смотри, какая она мерцающая. Ничего себе, ребята, женщина-кошечка у нас. Обалдеть. И можно сразу капсулу прибить. Да, кстати, мы пока что не знаем. Она тоже ловкость. Она хороша, и тем более она первого уровня, надо ее апгрейдить. Ну вот сразу же можно до второго проапгрейдить. Да нет, мы и так ее проапгрейдим до второго, пару боев, ты что? Так, как вы помните, у нас есть здесь таланты, много-много всего интересного. Ну, давай посмотрим составчик, что там изменилось, кого-то новенького добавили, что-то писали, что очень много новых так, героев. Так, Супермен, Бэтмен, слушай, ну здесь Доктор много. Доктор Фейт. О, смотри, Похититель душ, Доктор Фейт, его точно не было, мне кажется. Смотри, Джокер здесь есть. Прикольный, кстати говоря. Черная канарейка, Робин, да ладно. На Робин Бобин. С Флэш и... Слушай, ну они явно доработали игру, потому что... Болотная тварь, ты смотри, какая психопатка, Джокер, еще зеленая стрела. Да, ребята, здесь очень много... Да реально, очень много героев прикольных. Так, это все пока что. Да, пока что все, но я думаю, ребята, как и первый Injustice, будут много обновлять с каждым фильмом новый персонаж. Короче, игра обречена на успех, а мы должны хоть чуть-чуть поиграть. Согласен, надо хоть немного посражаться, а то что-то мы заговорились. Ну, ребят, такое превьюшечка была для тех, кто не знает Injustice. У нас большая, с момента последнего выпуска прибавилось около 20 тысяч подписчиков. Вот, для них специально и вещаем. Согласен, кстати говоря, тут немного обновилась компания, она уже по-другому выглядит, и у нас битва 19-я. Битва 19-я, а с кем у нас будет битва, не написано? Ну, давай смотреть. О, смотри, 13-го левела, 12-го, это мощно. В бой, ребята, отправляемся, у нас наша команда, это, ух ты ж, смотри, как красиво, как прикольно сделали, а? Вот это да, ребята, вот это Injustice. Это уже интересно. Так, и со звуком у нас вроде все в порядке. Да, даже звук есть. Так, ну что, механика боя очень простая, у нас можно издалека, кстати, как он медленно атакует, ты видел? Да. По-моему, вот он раньше быстрее атаковал. Ну, немножко пофиксили, ребята, а что делать? Слушай, надо защищаться или что-то делать, потому что Супермен что-то дамажит неистово. Ух ты ж, на тебе, да, реально. Давай, меняй, стреляй, суператаку применяй. Хорошо. Еще чуть-чуть, давай-ка, это дедшот. Тихо, дедшот, ты, ой-ой-ой, разошелся, я даже блоки не успеваю поставить. Слушай, ну мощные противники, давай, Харви, давай. Слушай, мне кажется, до обновления было все немножко полегче. Да, ребята, как-то было намного полегче, мы издалека выносили... Ой, что это было? Ой-ой-ой. Мы выносили просто, просто на изи. Просто на изи так, выносили. Давай мощными атаками, давай, третий, четвертый, да второй. Все бы хорошо бы мощными атаками, но вот знаешь, как бы не было бы так легко все. Еще одну мощную атаку, ну-ка, неплохо, ох, ребята. Ты, что она сделала такое? Она? Ого, так, щит у нас, да? Да, я щит активировал, но это... Ой-ой-ой-ой, ты, ну, подруга, ребята, тормози. Смотрите, мы теряем персонажей, теряем прям очень сильно, в блоке дамажим. Ну-ка еще раз. Так. Ох, ты смотри, как он перепрыгнул, ты видел, он читер. Ох,
Теряем, ребята, теряем. Теряем, действительно. Слушай, сложнее стало сражаться. Ну, конечно, у нас противники намного сложнее, мощнее нас. Мощнее, да, нас? Давай, стреляй в него. Ну, атаку мощную. Да все, было мощную все атаку. Так. Да какую мощную атаку? Вот бомбочку уже. А, бомбочка, я ее не видел. Ну-ка, хотя давай одного хотя бы завалим. Ну что ж такое, а? Он в блоке. Ох, отлично, хоть да и ладно, давай, да что-то, смотри, Хелсов на донышке. И, так, ну-ка. Но здесь будет тяжело победить, давай, на самом давай, деле. Давай, стреляй. Нормально. Да ладно. Ребята, команда Дитон. Вот это да, вот это прикол. Вырвали победу просто из лап наших противников. Давай посмотрим, что нам достанется вообще за это. Вообще, обязательно с каждого из вас по лайку, потому что, ну, это было круто, реально. Это было круто. Слушай, ну доработали игру, она хоть приятно выглядит, очень хорошо. Согласен. Ну, так, смотрите, битва 18. А, мы просто, мне кажется, слишком далеко зашли. Да, конечно, мы, смотри, у нас 6, 6-я битва. Вот, мы ее полностью прошли, кажется, да, и здесь. Ну, наверное, да. Видишь, она в кружочке обведена. А ну-ка, следующая. А, это тоже обведена. Точно, мы ее тоже проходили. Здесь просто немножко поменяли интерфейс, ребята. Интерфейс, там какой-то постамент был. Да, и вот на этом мы остановились, 100%. 100%, да, мы просто здесь замк... А, да, вот, вот здесь, он, видишь? Чуть по-другому, да. Тихо, давай спрячем вид. Вот этот вот. На 3, да, здесь тоже на 3, а вот это мы еще не прошли. Я думаю, просто на героическом, на каком-то режиме проходить. Это точно, ребята, да, и нужно повышать свой уровень и, естественно, прокачивать персонажей. Ну что ж, вот такой вот у нас Injustice 2, ребята. Вам огромное спасибо за просмотр, обязательно поставьте лайк, подпишитесь, те, кто еще не подписан, и до новых встреч в новых видео. С вами была команда Detol, всем пока!